Приветствую на канале Asmodee Play. Играем в Stray про кота. Итак, мы отправились в путь, как в доброй халве. Только тут не так долго ехать. И уже куда-то приехали. Так. Ну, чистенько, хорошо, мне уже нравится. Все так это, никаких мусора нету. Такое чувство, как будто тут люди ходят. Убирает уборщица. Приятно, да. Можно брать. А, вот уборщик действительно есть какой-то. Ну-ка, давай. Привет, чем могу тебе помочь? Чем ты мне можешь помочь? Чем вы можете мне помочь? Вытащите меня на поверхность. Давай. Вот такой вот я хорошенький котенок. Могу взять что-нибудь, нет? Нет. Напакостить. Так. Чё ты мне посовет... Так, приветствую тебя, житель города крепости 99. Ага. Это крепость 99 какая-то. А ты кто? Я занимаюсь покраской этой зоны. Пожалуйста, будь осторожен. Краска еще не просохла. Хорошего дня. Все вежливые какие-то. Так, ладно. Я тоже джентльмен. А, ну-ка, здравствуй. Ну-ка, расскажи-ка мне, что здесь происходит. Приветствую тебя, житель города крепости 99. Дверь, ведущая на поверхность, заблокирована в рамках режима изоляции. Если у тебя есть какие-либо пожелания, пожалуйста, обратись к любому сертифицированному инженеру в центре управления. Хорошего дня. Прекрасно. Как все доступно и вежливо мне послал. Так. Привет, чем могу тебе помочь? Чем ты можешь мне помочь? Это самый верхний этаж, что ли? Я так понимаю. Нет. Эй, мощи кокон. Привет, моя текущая задача – помыть окно. Если у тебя есть какие-либо пожелания, пожалуйста, обратись к любому сертифицированному инженеру в центре управления. Хорошего дня. Хорошего дня мне все желают. Вау, смотрите. Я сначала был, наверное, вон там. Где-то там вот, где все ярко так и красочно. Ставил, вон там в настройках ставил башню передатчика потом. Где-то там бродил. Понятно, большая технология, это вся эта хрень-то. Так. Ну давай знакомиться. Так, безопасности. Если у тебя есть какие-то пожелания, то мы знаем это. Где этот центр-то? О, М и Жо. Да допустите меня в туалет. Кстати, водички пил я только в самом начале игры вообще. В туалет вообще не ходил. Давай. Хрен там, да? Ладно. Е. Что это? Центр управления закрыт каким-то протоколом безопасности. Написано, что вход разрешен только людям. А еще написано, что не считать... Написано, что я не считаюсь человеком. Это оскорбление, протокол безопасности. Может быть, если будем работать сообща, то сможем открыть проход? Так, сейчас мы напакостим. А где тут напакостить-то можно еще раз? Ну-ка, давай еще раз. О! Так, держи его. Так, а что-то надо сделать. Что-то надо напакостить, натворить что-то надо. А чем творить? Подожди, вот. Это нет.
А, вот. Ну-ка, давай. Это же самоходная тумбочка. Поехали, иди сюда. Вот так. Давай. Ты сюда. Я сюда. Давай, давай, давай. Так, я что-то напакостил? Спел? Ну что ты смотришь-то на меня? Я у тебя спрашиваю, робот. Давай. Мне кажется, я что-то... Надо быстрее. Вот так. Надо просто ускориться было. Вообще, я тумбочку с собой заберем, нет? Можно ее забрать? Нет. Тумбочка не забирается. Тумбочка, пумбочка, тумбочка, пумба. Так. Это центр управления городом отсюда. Они контролировали все, и он пуст. Прекрасно. Я помню, как сильно их ненавидел. У них было все чистое пространство, безграничная власть, свобода передвижения, но их не спасло это. Ну, конечно, их это не спасло. Чума. Теперь я помню. Все умирали, а они считали себя выше этого. Они ничего не сделали, чтобы нам помочь. Я видел, как умирала моя семья, чувствовал себя беспомощным. Я не мог ничего сделать, чтобы их спасти. Кошмар. Но зато я могу помочь тебе. Мы все еще можем пойти в аутсайд вместе. Я сохраню память о человечестве и людях, которых любил. Прекрасную у тебя. Что-то я не все, да, сожжу. Как понимаю, у меня где-то конец близок. Я не все эти воспоминания тебе дал, да? Ну да и ладно, что тут. Вот чем, что есть, тем довольствуйся пока. Так. Сюда. Потом вот сюда. Нет. Что у нас есть? Что это за... Как у тебя батарейки не сдохли? Хопа. Так. Это что? Хопа. Протокол без... Вот смотрите, здесь что-то вставлять надо. Смотрите. Какой-то джойстик, шкатулку, какой-то квадратик, не знаю. Ага. Здесь что у нас? Сюда. Оп, оп, оп. Я хожу, 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 хожу. Так. Понятно. Так, здесь у нас что? Ну, запрыгивай, давай. Запрыгивай. Запрыгивай. И что, мы сюда запрыгнули? О, проверить. Что-то есть. Вот он, главный компьютер. Давай. Что дает? По данным центра МВМ, здесь уже много лет никого не было. Весь город застрял в давнем цикле блокировки. Если мы отключим его, то сможем уйти. Нужно подключить остальные системы к сети. В этих компьютерах хранятся необходимые нам данные. Нужно их включить. Вот, хорошо, ладно. Пока ты этим занимаешься, я поищу пароли и зашифрованные ключи, чтобы попасть в систему. Давай, включим. Подожди, я сюда за каким-то хреном запрыгивал же. Нет? Не сюда? Вот, смотрите, тоже можно куда-то что-то вставить там.
Эти длинные ряды компьютеров нужно включить. Ага, хорошо. Длинные. Вот эти длинные. Все, понял. Так. Так. Я надеюсь, хоть правильно включаю. Ну, какие-нибудь, может, другие компьютеры есть. А, все, правильно включил. Сработало, молодец, дружище. Нашел. Что нашел-то? Я знаю, как открыть город. Что-то здесь не так. Погоди, может быть, есть другой способ. Ну чего ты там надумал? Это чего такое? Три замка. Ну. Вот рабочая станция, чтобы открыть город. Но нужно преодолеть несколько уровней безопасности, иначе ничего не выйдет. А теперь сделай то, что мы умеем лучше всего. Я взломаю компьютер, а ты кое-что уничтожишь. Ой, ну пойдем. Я только за. А, в смысле, я должен найти, да, где что взламывать и где чего уничтожать. Так, ну я думаю, это точно не здесь. А вот, смотрите, вот. Какая-то что. Так, давай. Давай, 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 давай. Опа! И. Давай, 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 давай. Да блин. Котя. Взламывай. Ты что, сгорел, что ли? Система потребляет больше, чем я ожидал. И что случилось? Мы должны двигаться дальше. Да я понял тебя. О, я видел вот там еще эту штуку. Вот, подожди, почему три-то компьютера? Я только два видел. А, вот еще один. И вот за поворотом. Так. Давай, 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 давай. Оп. Давай. Так. А здесь где? Или по очереди? Так не. А, во! Ну-ка назад. Давай. Вот так. Взламывай. Бумк. Да, один остался. Так, перезарядиться, как только мы откроем рабочую станцию. Давай. Я думаю, может кто выскочит, да хоть заранее тебе вот все сделал. Кажется, этому маленькому телу конец. Ничего, все будет в порядке. Просто отнеси меня на рабочую станцию, мы можем отключить сигнализацию. Ну давай. Куда нести рабочую станцию? Сюда тебя отнести. О, смотрите, угадал. И что такое? Ну вот, мы в безопасности. Ну, по тебе ты не скажешь. Слушай, я должен тебе кое-что сказать. Я знал, что для отключения центральной системы управления городом потребуется огромное количество энергии, больше, чем можно выдержать тело этого дрона. Но теперь, когда система безопасности отключена, я могу перехватить управление и открыть город. Перехват контроля над системой может уничтожить мое ПО. Но я сделал этот выбор, когда подключился к первому компьютеру. Я знал, каким последствиям это может привести. Мне жаль, что мы не увидим Уитсайд вместе. Я думал, что мне нужно сохранить память о людях, сохранить прошлое. Но я вижу будущее в компаньонах
и в тебе. Позволь мне снять это с тебя. Ты был моим другом, самым лучшим, о котором я только мог мечтать. Спасибо. Ну, прощаемся, ладно, хорошо. Но ты меня выведи. У меня же все-таки там братья, не знаю, или сестры, кто они там. У нас же четверо было. А твое тельце, да, маленькое. Теперь. Котя. Котя, я знаю, что тебе печально и плохо. Ну давай не будем вот сентиментальничать и вот так прямо лежать и помирать. Нет. Нам надо двигаться вперед. А, блин, он же должен что-то сделать, как я понимаю. Потолок, он снимает потолок. Ну ничего себе. Вот тебе и божий свет. Сейчас тараканы поди полопаются от ультрафиолета-то. Да? Вы не переносите солнечный свет-то? Маленький робот. Б-12. В прошлом человек. Ну, для вот роботов сделал такой подарок. Мир. Целый мир открыл. А эти-то роботы что, упали? Не понимаю причину этого робота, что вот эти роботы-то охотники упали. Ну? Шлюзы сняты. Просыпайся. Пушист. А, не-не-не-не-не. Итак. Ты все еще открываешься, да? Продолжаешь открываться. Ну, это хорошо. А я-то куда-то должен идти? Давай, давай, давай. Дверь 22. Тоже не открывается. Так. Ну и что мне так ждать, когда все откроется? Город. А я где-то между стенками, да, жил-то? Или что? Где я жил-то там? По-моему, мне надо туда выходить. Котя, давай. Ну вот пока один выход, давай туда пока. А, этот же закрыт, говорит, на поверхности. А где он там? Со своими дверями. Вот он. Открывайся. Давай вставай с колен. Сбрось с души своей ржавый тлен. Вот трава, а вот и я, а вот и солнышко мое. Где? Где моя семья? Птички поют. Ох, я бы на птичек поохотился, это же кот. Настоящий кот. Настоящий, живой кот. Который радуется солнышку. Аутсайдер. С кучей друзей. Да. Вот этот маленькое существо владеет городом внизу, потому что он дал им мир. Ну, по крайней мере, блин, такой и ушел. Просто ушел. Все, что ли? Вот такой бесславный конец.
Ну-ка. Ну что ж, это была красивая игра, да, вот понравилась. И рекомендую не только взрослым и детям играть в нее, потому что этот котик действительно уморительный. И сам милашка просто такой, так потискать его и охота. Ну, игра подходит к концу. Что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Вот по поводу вот этой игры особенно я жду ваших комментариев. Вот. Поэтому пока.